прогноз прямо сейчас на наступивший год. Конечно, наступивший год будет годом високосным. Тогда у меня есть предложение. Давай вместо 29 февраля будем два раза отмечать 1 января. По-моему, так гораздо веселей. Я не против, но, может быть, пусть каждый решает сам для себя. С Новым годом! С Новым годом! Соловушка так дари песенку о счастье и о любви.